Малы уже с уроков идут. Эйприл, долго будешь еду разглядывать? Юсинь, ты знаешь, как они делают хлеб таким слоистым? А мне надо? Если ты не доешь, я от жары расплавлюсь. Осторожнее! Когда в Америку улетаешь? В следующий четверг. А что, если я с тобой? Вот будет приключение. Божечки, Юсинь! А где ты собралась взять столько денег на билеты? А? Думала, ты оплатишь. Эй! У тебя хлеб зачерствел. Ой, жарень! Эйприл, ты на связи? Ого! Он исчез. Кто? След на цементе. Мы написали наши имена в детстве, и работники нас сильно отругали, помнишь? Правда? Наверное, его совсем недавно сменили. Смотри. Ни травинки сквозь асфальт не проглядывает. Да уж. Не так, как когда мы были младше. Младше? Эйприл, глянь! А ты знаешь, видишь те башни? Там Америка! Ты же не врешь, правда? Я не вру! Мама сказала, долетишь до тех башен, будешь в Америке. Так что можешь возвращаться погостить хоть каждые выходные. Угу. Знаешь, отсюда всегда были видны те башни. Но теперь небоскребы их загораживают. Ты даже о таком помнишь? Думаю, дома сменились. Это не так уж и плохо. Просто теперь уже совсем не то. Думаешь, остановка останется, когда я приеду в следующий раз? Иди уже.